Первые просмотры конкурсантов младшей и старшей групп стартовали накануне. Сегодня участники продолжили выступление на сцене «Зимнего» и узнали свои результаты. Напомню, участниками 6-го по счету международного конкурса «Молодой балет мира» стали около 50 танцоров в возрасте от 14 до 27 лет. Своих подопечных представляют хореографические академии, колледжи и училища из 8 стран. Возглавляет международное жюри руководитель Краснодарского театра балета Юрий Григорович. Выступления конкурсантов также оценивают видные деятели мирового балета, критики, артисты и педагоги из России, Беларуси, Украины, Франции, США, Южноафриканской Республики и Японии. Страну восходящего солнца представляет прима-балерина Кумико Очи. Распространение традиций классического танца – главная цель труппы, которую возглавляет художественный руководитель театра балета Нагои. Я приезжаю на этот конкурс каждые 2 года. Это уже 4-й визит. Я очень рада, что так много танцоров в мире, которые знают классику танца и отлично совмещают ее с другими направлениями. Это отличительная черта конкурса. Для меня важно, чтобы конкурсант имел академическую технику и при этом был артистичным. В расписании конкурса, помимо просмотра участников, ежедневно проходят мастер-классы известных балетных педагогов. Итоги конкурса будут подведены 25 июня. Тогда же в Краснодарском музыкальном театре состоится гала-концерт лауреатов.